For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah-ha. Так, ну то, что это мое первое задание нормальное, не значит, что оно будет очень легкое, поэтому сейчас посмотрим, что же мне надо будет сделать. Это все-таки таинство. Почему ты на меня так смотришь? Темное братство пришло, Муири. Очевидно. Теперь скажи мне, что тебе нужно. Что мне нужно? Мне нужна жизнь Алена Дюфона. Я хочу, чтобы его нашли и убили, как собаку. Вообще-то, Ален Дюфон уже мертв. От меня. Что? Ален мертв? Я благодарна. Просто я совсем не так себе это представляла. То есть, Ален виноват, но я... Мертв так мертв, верно? Спасибо тебе, ассасин. Вот золото, которое я собиралась заплатить за работу. Оно по праву принадлежит тебе. 100 монет! 100 монет! Это сейчас... Это шутка какая-то сейчас? То есть я иду на задание Темного Братства, которое было якобы вызвано Темным Таинством. При этом я его уже выполнил, и мне собирались заплатить 100 монет. Я бы пальцем не пошевелил за 100 монет. Путешествовать по пределу опасно. Нужна хорошая повозка. Твоя, что ли? Ну, куда едем? Твою мать, Фолкрит. Залезай в повозку. И отчаливаем. 100 монет! 100 монет! Слушайте, я начинаю думать, что Темное Братство мне не так уж и нужно. Не, ну просто, ну да, а логика? Вот зачем? Зачем? О, господи. Что у вас тут затуманено как-то немного, ребята. Это просто капец. Я вообще, я в шоке. Я не понимаю, как бы... То есть, получается... Вот хорошая... Хорошая оплата, по их логике, это 100 монет. Я пойду сейчас Астрид, мне кажется, вообще все выскажу. Или что мне сделать? Я для чего работаю здесь? Ну как работаю? Ну работаю, да, мне платят. Говорит еще такая... Ну оставь себе все, то есть, по идее, они еще не все получают. То есть, не 100 монет. То есть, я бы получил там... Не знаю, сколько. Половина, наверное, ушла бы темному образу. 50 я бы получил. Капец просто. Просто пипец. Астрид! А, вот и ты. Ну и как тебе первый настоящий контракт? Наверняка поинтереснее, чем то, что предлагает Назир. Иди в жопу. Ну ладно. Я уважаю твою осторожность. Теперь мне нужна твоя помощь в более... личном деле. Что-то не так? Да, меня волнует Цицерон. С самого его приезда он вел себя странно, не сказать хуже. Боюсь, он совсем ошалел. Но это еще полбеды. Он начал запираться в чертоге Матери Ночи и разговаривать с кем-то. Тихо, но очень возбужденно. С кем он говорит? Что они задумали? Я опасаюсь предательства. Ладно. Пойми, если Цицерон настроит других против меня,
против нас. Наша семья не переживет такого раскола. Мне-то что нужно сделать? Я хочу, чтобы ты прокралась в эту комнату и подслушала их разговор, сестра. Типикал. Ты не сможешь спрятаться в тени. Они тебя наверняка заметят. Нет, тебе нужно укрытие. Место, куда они не подумают посмотреть. Например, в гроб матери ночи. К трупу, идеальное место. Они не подумают в него заглянуть. Кто в здравом уме станет прятаться внутри? Теперь иди, спеши на их встречу и сообщи мне все, что узнаешь. Почему? Как только речь заходит о кто в здравом уме, сразу же это делаю я. До встречи, сестра. Я вас понял. Спрятаться в гробу матери ночи. Ладно, хорошо. Как дела, ребята? Я никуда не иду. Нет, никуда не иду прятаться. Все нормально. О, привет. Как дела? Нормально, да? Я тут гуляю, иду прославлять матери ночи. Да-да. Угу. И вы хотите сказать, что мне надо залезть вот сюда? По-моему, это похоже на, я не знаю, какую-то машину для пыток. Знаете, которая типа там внутри коле. А, она еще на замке. Где внутри там всякие острые предметы, я в них захожу, оно закрывается и меня... О, здорово! Даже покрутиться не могу. Он просто извращенец. Все идет по плану. Остальные, я говорил с ними. И они с нами, я знаю. Волшебник, Хесус Крэкс, может быть, даже Аргьянин. И не дитя тоже. А как же ты? Ты говорила с кем-нибудь? Нет. Нет, конечно, нет. Мое дело говорить, выслеживать, видеть и объявлять. Мое! А что делаешь ты? И чего? Нет, я не злюсь. Нет, никогда. Цицерон понимает. Цицерон всегда понимает и повинуется. Ты заговоришь, когда будешь готова, правда? Правда же? Милая мать ночи. Твою мать. Ой, ну как же мне защитить тебя? Как мне нести твою волю, если ты не говоришь ни с кем? Я только что нашел. Что время пришло. Скажи мне эти слова, которые ждали все эти. Трупы со мной еще не разговаривали. Есть осквернение.
кощунство! Осквернена святость гроба Матери Ночи! Объяснись! Немедля! Говори, червь! Во-первых, кто здесь еще червь? Во-вторых, она со мной разговаривала и сказала, что избрала меня. Тьма наступает со смертью тишины. Она так сказала? Она сказала это тебе? Тьма наступает со смертью тишины? А это верные слова, связующие слова, записанные в книгах хранителей. Знак, которого я долго ждал. Единственный мамочкин способ поговорить с милым Цицероном. Значит, это правда. Она вернулась. Смотри, какой ты... Наша госпожа вернулась. Она избрала слышащего. Она избрала тебя. Слава слышащему. Ну чё, вот мне опять надо. Слушай, подожди, а я, конечно, все понимаю, но, по-моему, да, голос на максимум, я не знаю, что со звуком, значит. Тихо. Я слышала переполох. С кем говорил Цицерон? Где сообщник? Покажись, предатель! Я говорил с матерью ночи. Я обращался к ней, но мать ночи не ответила. О, нет! Она говорила только с ним. С кем? О чем ты? Что это за бред? Это случилось! Случилось! Мать ночи заговорила! Молчание прервано! Слышащий избран! Когда я услышала, как верещит Цицерон, я поняла, что тебя обнаружили. Я боялась худшего. Ты в порядке? Да. Да что же тогда происходит во имя Ситиса? Цицерон говорил с матерью ночи, но она говорила с тобой. Это что, новый бред этого дурака? Ну, вообще, это правда. Она со мной заговорила и сказала, что я слышащий. Что? Так Цицерон ни с кем больше не говорил. Только с телом матери ночи. И мать ночи, которая по всем легендам говорит только со слышащим, заговорила. Сейчас. С тобой. Ну, когда я... Да. Клянусь. Ничего необычного. И что она сказала? Она сказала, что мне нужно поговорить с человеком по имени Амон Мотьер в Лундруде. Амон Мотьер? Понятия не имею, кто это. А вот я, мне кажется, знаю, что такое Лундруд. Про него я слышала. И я знаю, где это. Да, я тоже знаю, где это. А, так мне идти туда? Нет. Слушай, я не знаю, что тут происходит, но я пока еще твой начальник. Это понятно? Мать ночи, может, и говорила с тобой, но я все еще глава этой семьи. Я не позволю так просто лишить меня власти. Я должна подумать об этом. Иди к Назиру. У него есть для тебя работа. Я найду тебя, когда буду готова обсуждать этот вопрос дальше. Проблем ноль, вообще, типа, я как бы не возникаю, работайте, как у вас тут принято и так далее. Типа, я вообще не против, ребят. Просто... Много информации. Надо ее переваривать. Да, конечно, переваривай, я понимаю, типа, какая-то хреновина, трупак, который не разговаривал на протяжении тысячи лет, внезапно начал говорить. Типа, это вообще чё? Я хотел на верстаке посмотреть, точнее, не на верстаке. Я хотел посмотреть, что... Подожди. Наковальня. Могу ли я сделать броню? Во, да. Вот видите, эбонитовые слитки, там стальные слитки и так далее. Там просто есть еще... Вот, клинки. 24 урона. Слушай. 24 урона, да? Ничего больше нету, да? Так, 24 урона. Слушай, это очень даже неплохо, потому что у меня, по идее... Ну, бритва Мируноса 24 урона, а второй мой клинок где? Wait, что?
Вот. А, 26. Скотина, твою мать, он покруче будет. Но, блин, а это постильней, да? Так, ладно. А части брони, например. Потому что они... Типа вот 70, пожалуйста, да? Но, насколько я знаю, оно просто так не делается. Типа, чтобы сделать одно... Чтобы сделать, типа, самое крутое, нужно сделать минимальное. Вроде как. Вот, видите, да, типа, чтобы сделать вот это, надо сделать сначала фишнет, чтобы сделать... Да-да-да-да-да-да, короче. Типа, улучшенное все. Хэдбэнд, фишнет. Подожди, а доэдрические... Да, вот... О, пожалуйста, сердце доэдра. 6 штук, чисто ради вот этого. Ну, запарюсь, но просто оно дает хорошо брони. Типа вот 70, да? Потому что... И при этом это легкая броня, то есть 70 брони, и это легкая броня, потому что у меня типа, ну, 60 брони. Всякие там... Капюшоны 22, 18, 18. А тут... А, по 14, вот 28. Ну, некоторые части не знаю. Ну, короче, но оно не зачаровано. Слушай, что-то, по-моему, там... Либо что-то изменили, потому что оно было покруче. Тем не менее, так, перед тем, как взять на самом-то деле задание, я хочу сейчас где-нибудь пересесть, потому что у меня есть парочка вопросов, и я думаю, что есть одна вещь, которая поможет мне... Не, не здесь. Возможно, поможет мне найти на это дело ответ. Вот тут скамеечка есть. Помнится мне, мы находили... Задумайтесь об опеке, что это? Вашему вниманию, добрый дом. Настоящим жертвам раздирающих Скайрим распри и непрекращающейся войны стали дети-сироты. Многие остались... Одни одинешеньки, их ждет лишь тяжкий труд, не считая жалкое существование. Если вы можете предоставить надежный кров одному из бедных малышей, пожалуйста, подумайте об усыновлении. Будет ли это ребенок из приюта или из городских улиц, вы подарите ему шанс на нормальную жизнь. За информацию обращайтесь к Констанции Мишель в благородный сиротский... А, это мадам, которая заменила предыдущую дуру, которую я грохнул. Ну, не могу сказать, что мне оно надо. Правда о матери ночи. Хотя выпущено уже немало различных работ, посвященных как Морок Тонгу из Мора Винда, так и более распространенному в Тамриэле, Темному Братству остается неясным, когда и как именно сформировались эти две грозные гильдии ассасинов. Или вернее, когда и как Темное Братство отделилось от Морок Тонга, поскольку считается, что первое отделилось от последнего. Главным предметом разногласий, пожалуй, является фигура Матери Ночи, женщины, играющей заметную роль в обеих организациях. После глубоких изысканий и многочисленных расспросов, при которых мне не раз приходилось рисковать жизнью, поскольку данная информация считается в Темном Братстве священной, я наконец-то разгадал эту вековую загадку. Наконец-то я открыл правду о Матери Ночи. Хотя ее имя затерялось во времени, Мать Ночи когда-то была обыкновенной смертной темной эльфийкой, проживавшей в небольшой деревушке на месте нынешнего города Брайвелл в имперской провинции Сиродил. Она была уважаемым ассасином организации Морок Тонг и занималась наемными убийствами на службе у доэдрической владычицы Мефалы. Опять доэдра. Собственно, эта женщина носила титул Матери Ночи, предназначенный для самых высокопоставленных женщин среди членов организации. Мать Ночи была покровительницей этой группы, любимицей Мефалы, ее уважали и страшились. Однако не Мефала способствовала превращению женщины в бесплотный дух, а иное и, по мнению некоторых, более глубокое воплощение зла, Ситис, владыка ужаса, олицетворение неисчерпаемой бездны. После убийства потентата во второй эре 324-го Морок тонко хватило жестокое противостояние, и в Сиродиле, как и в большей части остальной империи, гильдия оказалась практически истреблена. Вскоре после этих событий Данмерка заявила, что услышала голос самого Ситиса. По ее словам, грозный лорд был недоволен. Его раздражали неудачи Морок Тонга. Он сказал, что бездна жаждала душ, и Матери Ночи было предречено поставить все на свои места. И тогда, как гласит легенда, Темного Братства Ситис навестил Мать Ночи в ее опочивальне, и от него она зачала 5 детей. Прошло 2 года, и случилось немыслимое. Темная эльфийка выполнила завет владыки ужаса. Однажды ночью она убила своих детей и отправила их души прямиком в бездну, прямо к их отцу.
Прослышав об этом злодеянии, жители деревни возмутились. Подобный поступок был немыслим даже для матери ночи, Морок Тонга. Однако ночью жаждавшие мщения селяне ворвались к женщине, убили ее и спалили дом, в котором произошло злодейство. И на этом история завершилась, так, по крайней мере, все посчитали. Прошло немногим более 30 лет, и неназванный человек услышал в собственной голове странный ласковый голос, точно так же, как, по словам Данмерки, она слышала в своей голове голос Ситиса. Голос назывался «Матерью ночи» и нарек человека слышащим, первым из череды многих. Итак, темная госпожа направила своего слугу. Он должен был основать новую организацию, гильдию наемных убийц под названием «Темное братство», которое будет служить не Мефале, а грозному лорду Ситису. Морок Тонг, сохранившийся к тому времени лишь в Моровинде, стал наследием забытых веков. Темное братство станет не только Лигой убийц, но и деловым предприятием. Организация приумножит свое богатство и власть, и бездна наполнится свежими душами. Это будет идеальной сделкой, так сказала Мать Ночи своему слышащему. В ранние годы Темного братства тело Матери Ночи и ее детей извлекли из места их первоначального погребения и поместили в склеп там, где стоял их дом. В том склепе они пребывают и поныне, так что если странствия приведут вас в город Бравил, и вы, следуя местной традиции, загадаете желание у статуи счастливой пожилой леди, знаете, что вы стоите на священной, если не сказать, недоброй земле. Ибо под вами покоится Мать Ночи, сама темная госпожа, и удача только что покинула вас. Что ж, это не дало мне на самом деле информации, почему конкретно я должен быть слышащим, но я, видимо, оно как-то передается. Окей, хорошо. Опять Даэдр. Я вас понял. Опять божества. Вот интересно, придет ли день, когда мы будем не нужны людям Скайрима? Думаю, нет. Люди всегда будут ненавидеть друг друга. Что ты думала? Что ты думаешь о Цицероне и Матери Ночи? Зубы, особенно ненавижу шутов. Как правило, я не в восторге от трупов старух. Для Матери Ночи делаем исключение. Но я служу только Астрид. Тиша, ты учишь легким доспехам, да? Я научу тебя эффективно использовать легкие доспехи и быстро работать ногами. Что мне это поможет? Типа, я как бы возьму у тебя... О, мастер, ёлки-палки. Потому что я, типа, возьму у тебя все, наверное. Типа, вне зависимости от того, сколько это затратит денег. Астрид просила повидать тебя на предмет работы. Что ж, ты как всегда вовремя. Опять эти маленькие задания. Ко мне поступили два новых контракта. Один легкий, а другой немного потруднее. Первый твой объект — это орк Барт по имени Барт. Лук. А второй — вампир по имени Хер. Вот вампир — это еще поинтересней. Доброй охоты. Расскажи о Урбуке. Он по всем статьям худший Барт в Скайриме. Понял. Столько народу хочет его смерти, что Астрид пришлось устроить лотерею, чтобы определить клиента. Расскажи о Херне. Он вампир, который уже долгие годы скрывается среди людей. Он всегда рядом со своей подружкой Херт, тоже вампиршей. Контракт только на Херна. Но тебе, наверное, придется убрать и девицу тоже. И да поможет тебе в этом Ситис. Ребят, у вас тут, ну давайте будем честны, у вас тут... У вас тут не гильдия воров, у вас тут можно убивать кого угодно. Я еще хотел посмотреть одну очень клевую вещь. Кстати, Хер недалеко еще находится. А вот за Урбуком придется переться в Морфол. Ну, можно будет, типа, до Рифтона. Окей. Или нет, или даже вот так будет быстрее. Да, без понятия. Так, насчет Волундруда, короче. Потому что Волундруд. Бляха-муха, я знаю эту пещеру, я говорю... Я был в Волундруде. Я там что-то делал. Там то ли там была маска. Там была маска драконьего жреца. Просто проверяй. Так, во-первых, там была маска драконьего жреца. Во-вторых, так маска сама по себе называется. Фолгунтур, Устангриев,
Фростмир. Сартал. Не то. Забытая пещера. Пещера бронзовая. Серебряное логово. Где-то оно было. Мзуфт. Или это двемерское что-то было. Форосхолд. Ангарвунд. Вот похожие вещи. Давай, Валундрун где-то был. Я говорю, это Валтум. Так. Ведьмин на пол. Это вот именно вот такая вот вещь, по-моему, была. Или я ошибаюсь. Вольскиге. Вот Вольскиге была маска. Фулгунтур и Сунгреф. Руины высоких врат. Крути Старейшин. Фростмир. Вот он! Очищено! Я же говорю, мы там были. Да, там была маска. Точно, 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 точно. Окей, хорошо. Значит, это не прям критично. Так, ну... Сейчас сколько вообще по времени? 11 утра. Ладно, пойду выполнять работку. Пожалуй. Пожалуй, надо выполнить... Хотя бы убить Херна. Не знаю, на самом деле, я думаю, что не то задание не будет безумно интересным. Кстати, вот что странно, да? Когда я пошел выполнять легкую работенку для того, чтобы, ну, типа, там, начать работать, скажем так, в братстве, мне дали 3 задания. И за каждый из них мне заплатили по 500 септимов, при этом еще 100 накинули мне за... Я дам знать, когда будет... Еще 100 мне накинули там бонусом за то, что я просто кому-то, ну, просто так сошли звезды, да? Я выполнил, ну, уже до этого я выполнил задание для Темного Братства, которое было связано с, мать его, темным таинством. И угадайте, что? Не поверите. Дали 100 просто. То есть, вот я вот этого не могу понять. Достаточно странно и, ну, непонятно, во всяком случае, для меня, потому что есть... Нет. Давно вас не было. Ну, слишком давно вас не было. Ну, лучше бы вас и не было. Так, я правильно иду? Да. Не-не-не-не-не, давайте без этого. Давайте без вот этих вот, потому что не хочу. Мне и так слишком много душ драконов. После, я уже даже не помню после чего, мне просто там накидали. Всего просто вообще. Что только возможно. Ну, какие-то там руины. Надо будет такие руины тоже попроверять, не знаю. Типа, там можно, мне кажется, столько всего найти. Маги. Такие все маги. Вот те маги, которые ходят с оружием. Тяжелым, легким, холодным. Это не маги, вот серьезно. Вот... Личное понимание, когда маг хватается за оружие, из него очень хреновый маг. Только если это не то... Только если это не тот, кто вызывает оружие, там, при помощи колдовства, это не маг. Так, ну и Херн должен быть где-то здесь. Он, судя по всему, живет где-то вон там. Полулунная лесопилка. Такие лесопилки нравятся, типа, тут вот эти вот речки. Особенно офигенно оно выглядит в солнечные дни. Сейчас, конечно, не такой день, к сожалению. Так. Слушай, ну я бы не сказал, что это прям очень адекватно, наверное, прям вот сейчас вот брать и заваливаться сюда. Нет каких-нибудь там черных ходов, типа... Я вот реально, я не горю никаким желанием прям врываться сейчас сюда, типа. Попробуем. А он спит. Подружка его тоже спит? Да, вон они вдвоем. Помнится мне при ударе в спину там 15-кратный урон или что-то типа того. Нет. О боги. Что же это творится такое? Так. Ну а ты, мадам.
тоже вампир. Вампиров с какого-то момента я на самом деле ненавижу. После того, что они... Кстати, вот я, конечно, возможно, сейчас немного там накаркаю и так далее, но давненько что-то не было... Ну, вы поняли кого, Стражи Рассвета. Очень давненько их не было. Прям вот что-то вообще... И сейчас я выхожу, они стоят на пороге, такие, здрасте. Такие, вообще-то, это наш заказ был, вообще-то, и предатель и так далее. Ну, это было легко. На самом деле, когда говорят, что... Мать, очень похож на Стражи Рассвета. Когда говорят, что, типа, ну вот тебе там надо вот, там, убить вот этого вот. Так, давай, че... А можно, кстати, квайт... Да, вот так будет быстрее. Квайтрану, вот так вот. От Вайтрана до Морфова, все, вот так. Вот так и сделаем, так будет проще. Потому что Крифтону что-то это вообще в другую сторону переть, чтобы это... А так хотя бы по пути примерно. Примерно по пути. Ой, я надеюсь, ты возишь. Я очень сильно надеюсь, что Бьёрлам... Дорогой ты мой, чё, дожди? Да. Ну, куда едем? В Морфол. Залезай в повозку и отчаливай. Ну, это были вампиры. Думаю, что барда какого-то грохнуть вообще, типа, не составят. Просто не то, что никакого труда. Это будет просто легчайшее задание вообще в моей жизни, поэтому... Котов этих, знаешь? Они себя зовут... Понимаете, мне надоело выполнять вот эти вот маленькие заказики. Я, конечно, понимаю, что я только вступил в гильдию, и, по идее, там, мне еще не должны прям конкретно-конкретно доверять, но давайте будем думать разумно и логично. Посмотрите на меня. Подумайте вообще, типа, чем я занимался до этого, просто увидите, что бляха-муха... Ну, хорошо, они не знают, кто такие соловьи, окей. Но... Гильдия воров... Давакин. Кстати, то, что Давакин, я это не скрывал. Я крик прям перед ними взял. Это таверна? Это таверна. Вот прям в таверне его убивать надо будет. Это, кстати, проблем не на самом деле. Ну, наконец, у нас гости. Бляха. Скидывай обувь, отдохни. Дай мне знать, если я могу чем-нибудь тебе услужить. В последнее время совсем нет работы. Ты можешь уйти, может быть, там, покурить, я не знаю, по... Что-нибудь, может, тебе там поспать надо, я не знаю. Добро пожаловать в Верески. Если тебе что понадобится, только кликни. Как же здорово, когда есть посетители. Что с этим орком? Лурбуком? Да. Вообразил себя бардом. Он платит, и я его не гоню. Будь у меня много посетителей, я бы волновалась, что он их распугает. А так, взгляни по сторонам. Я просто тут по его душеньку так-то пришут. Вы мать. Предложить мне особо нечего. Но если хочешь переночевать на сухой постели... Не хочешь? Ну что, очередь на мое следующее выступление уже выстроилась? Заходи, конечно. Не стесняйся. Места на всех хватит. Спой мне песню, Барт. Песню о страхе и смерти. Хорошо. Такая тебя устроит. Тени плачут. Бляха. Духи скачут. Ха-ха, человек, он испугался. А демон надсмеялся. И как сотворил с ним то, чего он боялся. Ой, а ты хочешь спать? Может быть. Пойти занять место в комнате? Как тебе такая идейка? Слушай, мне тоже нравится это. Вот обернулся бы ты еще в другую сторону. Просто я не хочу создавать себе плохую репутацию в этом городе. Но вот так меня никто не видит. И никто ведь не заметит, да, если внезапно какому-то барду прилетела стрела в гору. Я так и знал. Что это? Я потом выплачу, ребят. Ну... Нет, нет. О, почему вы со всех сторон? Вы, конечно, точные ребята. Нет, это не будет приятно. Вы
Вы не должны убивать Довокина. Это я единственный, кто может вас спасти. Он плохо пел. Вам нравилось? Вы сами его не слушали. Если бы его пение кому-нибудь бы нравилось, то, твою мать, никто бы его не заказал. Куда бежать? Вот до Солитьюда, да? Вот так вот можно. Только не до Солитьюда, давай вот так. Я знал. Я не знаю, как можно по-другому что-то сделать. Это таверна, в которой, ну, как минимум, присутствуют другие люди, типа, и поэтому, ну, неудобно. Таверна, в таверне есть другие люди, они в любом случае меня видят, они поймут, кто там кого убил. Но я потом оплачу. Они сразу меня убивать не будут, в любом случае, потом. Они потом успокоятся, так. Ну, куда едем? Фолкрит. Залезай в повозку и отчаливаем. Типа, когда ты что-то делаешь, они прям почему-то хотят именно тебя убить. То есть, я бы заплатил штраф, ребят. 1000. Ну, кстати, я так в минус уйду сейчас, да? Я не знаю, сколько. Мне сейчас за двоих, наверное, суммарно 1000 заплатят. По 500 опять, да? А так бы я получил, там, ну, я эту 1000, по сути, я ее и отдам. Тупо. Так-то тупо. Ну, может быть, побольше заплатит. Не знаю, это вот зависит от здравого смысла Темного Братства, потому что оно не всегда хорошо работает. Но, типа, тем не менее, можно что-то получить. Не такая большая проблема. У них тут не все всегда так печально. Надо поговорить. Так. Давай, конечно. Слушай, что-то тут происходит. Не знаю точно, что именно, но... Мы должны это выяснить. Хочешь все-таки в Лундру? Если мать ночью действительно приказала тебе поговорить со связным, глупо не слушать ее. Думаю, ты согласишься, что Цицерон принес довольно безумие в это убежище. Так что ступай в Лундрут. Это склеп далеко на северо-востоке. Я знаю. Поговори с этим Амоном Матьером. Посмотрим, куда это все ведет. Почему ты как глава никогда ничего не делаешь? Почему в качестве главы Темного Братства я не видел, чтобы она никого еще не убила? Ни разу. Ни одного контракта, ни одного человека. Даже когда ко мне она приперлась, типа. Такая, ну убей. Как бы. Ну понятно, что она приперлась со мной, ко мне с другой целью, но она никуда не ходит. Она просто задание раздает. От тебя несет смертью, друг мой. Рад тебе. Урбук мертв. Ты бы сомневался еще, наверное, да? Я вот что скажу. Хороший бард, мертвый бард. Ох уж мне. Да, я говорю, мне 1000 суммарно сейчас дадут. Твоя обычная плата. Это было легкое, там другое было потяжелее. Херн был потяжелее. Дай побольше. Так. Одолеть вампира — это сложная задача. Сложная задача. Да, но ты дашь мне ровно столько же, сколько и за барда. Вдруг выпало сомнительное счастье подцепить сангвинари вампирис. Не забудь полечиться. А то станешь как наша Бабетта. Если, конечно, был уже. Входит в твои планы. Вот денежки. Не-е-е, ребят. Захочу стать вампиром, я знаю, куда идти, и тем более я знаю, что я этого не хочу. Так, Волундрут, да. Волундрут, Амон Матьер. Но я знаю, где это, я туда могу даже переместиться. То есть, типа... Туда идти-то на самом деле... Опять-таки от Вайтрана. Я пешком как раз туда и ходил, по-моему. Да, ну, наконец-то. Наконец что-то интересное. Ну, это правда. И вот главное, мне нравится. Пришел в Темное Братство убивать плохих людей. В итоге выполняю задания, которые даже изначально не основываются на том, чтобы убивать плохих людей. Ну ладно, вокруг этого есть какая-то тайна, как обычно вокруг меня есть какая-то тайна, ее надо решить. Без проблем.